Мы наше здание, хотя это кинотеатр, любим, она очень удобна для мусульманского богослужения. Нам еще дает превосходство это здание тем, вот здесь рядом, сейчас покажем, есть зал кинотеатра, где мы проводим конференции, трапезы, встречи, учебу. Вы знаете, она настолько многофункциональна. Три месяца тому назад прошла всероссийская конференция «Роль мусульманской интеллигенции в просвещении и воспитании молодежи». Хотя здание, вот зал, он как-то не особо большой, но тем не менее мы с любовью его называем зал Чайковского в миниатюре. In spite of this hall not too much big. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. То есть мир вам, милость Аллах. Это наш символ, это our symbol. Благодарим вас. Благодарим вас. Показывает Мекку. Вот this exactly salt. И вот мы ежегодно выпускаем для месяца Рамазан, времена поста, как она начинается с утра, как вечер закинулся. 16 лет тому назад, когда вот это здание нам дали, мы так искренне молились, чтобы к нам приходили люди искусства, видные общественные деятели, бизнесмены. Альхамдулилля, они к нам идут, наши мечети, и, конечно же, верой нашей исламы. Отсюда ведется богослужение. Проповедник отсюда поднимается, пятничную проповедь отсюда оглашается. Бисмилляхи рахмани рахим. Сегодня, я прямо скажу, удивительный священный вечер. Наступил священный месяц, как бы султан, царь всех месяцев, священный Рамазан. И вот, сегодня у нас вечером, ночью, ночное богослужение. Тысячи мусульман будет на территории переполнено. У нас так принято, если хороший человек приходит у наш дом Аллаха, в мечеть, за ним сотни благостей, хороших людей, благодати. Пашкистан, Индия, не так уж часто общаются, но в то же время это новое явление в нашей духовной жизни. Я бы не прочь услышать немножко от господина самого, даже услышать именно вот Пашкистан. Как они себя представляют, как они видят. Все равно же это вот Башкортостан, это как бы для многих регионов новое явление. И вот знаете, вот, мы ведь, знаете, выросли в культуре Индии. Мы в детстве не пропускали ни одного фильма индийского. Ну просто посетить индийский фильм и там проследить. Это было, знаете, чуть-чуть. Да, даже. Он говорит, что очень рад, что здесь его приветствует. Еще лучше. Нам новый президент Гедим Бек. Новый президент собирается принести по республике еще больше. Вы сами из Индии или из Москвы? Я живу в Индии последние месяцы. 15 лет вышли. Please write me for you. Вот, это далеко не пчела. Животное. А я вот башкор. Это значит главный волк. У меня, господин, искренних несколько вопросов. Я хочу поработать, пообщаться, не упускать приятные возможности. Very important for him questions. Бисмилляхи рахмани рахим. Господин Бабаджи, ислам – это развивающееся мировоззрение. И мы считаем, что это его главное качество и ведущая сила, и она способна на все ответить на все вызовы времени. We believe that Islam. Yeah, Islam is the revolution. Или ислам это сама по себе революция. New change. Все время новые изменения к новому. Want to bring world new way.
все время как пытающийся новый способ жизни с великой моралью. Мухаммад хотел поменять мир, принести миру новую мораль, новую систему, новый порядок. Он писал, что мораль и порядок это одно. Тогда мир может объединиться наконец. Bring the peace, love, harmony. И принести в этот мир больше любви. To road to the Jannat. Jannat. God, heaven. Да, чтобы попасть в рай. Бабаджи, да. Как вы сказали, это наша доктрина. It is our doctrine. Но мы работаем с населением, с народом. Это наша обязанность, у нас служба такая. И хотя у нас в России закон о свободе вероисповедания, он такой широкий, многогранный, нет никаких ограничений в прессе, по телевидению, по радио, газетам, журналам. Но тем не менее, нет общества, которое бы не было проблем. Вот, например, в России буквально 25-20 лет тому назад как бы свобода вероисповедания, он свободным стал, и религия как бы становится еще мощным, и она нарастает. It comes slowly. Все решается не так быстро, все приходит. It really comes better way. Но в каждый день то, что улучшается, потому что прошлое Россия из глубины, Россия из глубины улучшалась. Россия развивается и растет. Россия is a creative country, constructive country. Россия занимается созидательностью. Россия сама по себе креативна и Once communism disappears, freedom will come to the all religions. Когда коммунистический режим рухнул, некая свобода пришла в России. To speak, to learn, to say, разговаривать, учиться, делать и созидать. Россия has a great future. И поэтому у России сейчас впереди великое будущее. When Russia succeeds, all religions succeed. И Бабаджи говорит, Россия, с успехом России успех уже прийти в мир. Ислам has traveled a long journey. Ислам уже имеет длинную историю в этом мире. Many country in USSR was an Islam country. Многие республики бывшего СССР. Now they are enjoying their freedom. Сейчас они наслаждаются своей свободой, независимостью. Now they who work for the Islam. И теперь кто работает для Ислама. They have developed their love. Они развивают любовь. Humanity. Или человечность, to bring a beautiful, fine culture, чтобы создать некую хорошую, красивую культуру для всех мусульман. Потому что мусульмане любят свою религию, любят свою да. They give everything for the religion. Я не готов отдать все, что мусульмане любят свою религию, я готов отдать все для своей религии. They have a great chance. И они имеют великие возможности изменения. И среди мусульман очень много интеллигентных, умных людей, также молодые люди, которые принимают участие в этой религии, которые принимают ислам. И все это приведет к улучшению человечества, к улучшению культуры на планете. Поэтому это будет развиваться все больше и больше. Благодарю за искренность, господин Бабаджи. Тем не менее, что касается проблемных вопросов, я думаю, они и в Индии есть, и они есть и в Европе, и в Америке. Вот, например, у нас в России, вот в Республике Башкортостан, все-таки половина населения мусульмане. Вот среди молодежи все-таки есть радикализация. Вот берут какой-то другой ориентир, другое течение. Мы это связываем, конечно, тем, что они религиозную подготовку, образование получают за рубежом, возвращаются сюда, и их культуру пытаются сюда внедрить. Этим, конечно, связываем. Но в то же время, господин Бабаджи так много знает, он видел все это. Он ведь, знаете, для него наши проблемы, мне кажется, настолько прозрачны. А, there is a problem. Problem is the making road to the highway. Проблемы существуют в этом мире только для того, чтобы улучшиться, чтобы попасть на дорогу улучшения. Эти проблемы стоят вызовом, всего лишь вызовом в нашей жизни, чтобы мы стали улучшаться, чтобы мы не остановились. Мы занимались развитием.
Потому что религия, которая занимается для всего человечества, которая занимается проблемами всего мира, they will come out from the problems. Они, проблемы в этих религиях существуют только для того, чтобы эта религия стала еще лучше работать, чтобы человечество как быстрее стало на путь улучшения и гармонизации. Always some disturbances are there in the world. И проблемы, некоторые беспокойства все время будут в этом мире, во всех религиях, во всех движениях. Allah is great. Но если веришь, что Аллах great, великий, что Господь велик, то Он решит все проблемы. Благодарю. Господин Лабиджей, мы вас знаем как великого мыслителя, чародейского. Мусульмане хотят жить и в этом, и в том мире все-таки счастье. И вот перед священным месяцем Рамазан понятие о счастье через вашу призму, через вашу доктрину, это ведь наша доктрина фактически, будьте столь любезны. Happy means living with the free will. Счастье означает жить со свободной волей. Musliman words, Muslim words, Islamic words. Мусульмане говорят, ислам говорит. The Peygamber gave a message, live like others. Что пророк Магомед дал возможность жить. Become a moral to the world. Жить другим, при этом жить в морали. Everybody must go through the Quran. Любой должен почитать Коран. And Quran will give you everything. И этот Коран даст ответы на все вопросы, и даст вам все, how to live better way in the чтобы world. Начать жить лучше в этом мире. It will give this celebrity of life. И это принесет праздник в эту жизнь. And it will bring a heaven, jannat, jannat in that. И это принесет jannat, life also. Вы говорите jannat, про рай. Jannat. Принесет рай в этот мир. Не надо думать о том мире. Можно создать рай в этом мире. Say you can walk yourself to the jannat. Так пророк Магомед сказал, что вы должны сами пойти в этот рай. Просто улучшайте свою работу, свою карму, то, что Бабаджин, то, что в Индии называется карма. What master say, what prophet say. То, что говорят ваши духовные наставники, то, что говорят ваши гуру люди, то, что говорят ваши священные писания, исполняйте это. Believe that. И верьте в это. Благодарю. Но, тем не менее, в народе бытует такая пословица: «Все мы счастливы одинаковы, но несчастны по-разному». And there is some expression that in the happiness we are like one, but when we are in sorrow we are different. Mind makes different. Вся разница находится только на уровне ума. Heart do not divide. Внутри сердца нет никакой разницы. Mind is the world. Ум – это мир, внешний мир. Mind divide whole humanity in different religion, different cultures. Это ум поделил все это человечество на разные религии, на разные культуры. Но сердце у всех одинаковое, и любовь, истинная любовь, живет в сердце. Love does not see religion, does not see caste and greed. Love is a freedom. Любовь не различает никакие национальности, никакие религии, никакой разницы между кем. Куда любовь – это и есть one? Свобода. Куда is only one? Куда? Аллах Господь one. Один. But Творец один, Всевышний один, Аллах mind один. Has given many names. Но ум придумал для него много разных имен. But he is one. Но тем не менее, он все равно один. He is universal truth. И он есть универсальная истина, или вселенская истина. So love can make oneness или высшая истина. И именно это единство, именно это одно, и может принести единство во всем мире. But you cannot divide the space. Так же, как вы не можете разделить космос на кусочки, на части. Control the water drinking, because water is free for everybody. Так же, как вы не можете запретить пить воду кому-то, потому что она есть везде и для всех. Teaching of Quran is the same. То же самое учение Корана. Live in the world. Жить в этом мире. With beautiful way. Жить в этом мире хорошим способом. What you got, give it to the others. То, что есть у нас, давать другим людям. Bring a world one. И принести в этот мир единство. That is love. И это единство будет в любви.
You can celebrate the life here also in other local. И тогда вы можете праздновать эту жизнь и здесь, и в потустороннем мире тоже. Thank you. Спасибо. В душах наших людских радость прихода священного месяца Рамазан. И я бы хотел довести все-таки поздравления господину Раджи, мусульманам и жителям нашей республики. Purification has come as a Ramadan. Ramadan is a purification. And Ramadan is surrendering to the Khuda. Бабаджи говорит, что Рамазан, месяц Рамазан, это само по себе очищение. Это означает очищение. И это очищение приведет именно к этому Богу. Это очищение через то, что о чем говорит Карам. Через 40 дней вы приходите очень близко к Всевышнему, к Богу, к Khuda. You do everything on the name of the Khuda. Потому что вы делаете это все именем Khuda. To cleanse the body, cleanse the mind. Чтобы почистить тело, почистить ум. Love everybody. Начать любить всех одинаковой любовью, без различий. That is Ramadan. И это и есть Рамазан, это и есть очищение. Мы настоящие исламские ученые, алхамдулилля. You are real Islamic scientists. То самое дорогое, что у нас мусульман есть. The конечно, most important we have in our Islam. Это наше священное писание Коран. It is our Quran. Но здесь от Корана только бисмиллахи рахмани рахим. Но здесь, but here only one vakya. Она окутывает полумесяц наш мечеть Ихлас. Вот наш мечеть Ихлас, когда вы в следующий раз к нам приедете, он будет вот такими двумя 40-метровыми минаретами. This is our mosque where we will meet you, and he said we promise you that you will see 40 meter long one, two minarets. Благодарим вас. Большое спасибо. Прямо, знаете, мы сегодня пожили бурной жизнью, счастливые минуты мечети Ихлас. رحمتني ورزقتني دوما يا ربي قد كنت معي لكنني نأيت عنك نسيت ما قد كان لك وسرت في Если он разрешит, я обниму его благородное тело. Фото? Благодарю вас. Thank you very much. It is not our problem. We all. Yes, also by us. The nice place, the nice things, not the rabbi take. The nice thing is the Torah. We're going like a good people. And you see also the style from the city, so it's not a place in the Jewish tradition. Holy day in the Jewish tradition is Yom Kippur. It's the day when the God said, what will be with you the whole day? So we have another Yom Kippur. Mm-hmm. And people came, take, and some sit down and talk with people. What to put up? What the people want? My family, I have 7 kids for today. Maybe one here, you will come the next year, I will have more. How many the God gives? We have business class people in Malawi. We think so. It is a Jewish community, I think. Sorry, Бабаджи? Марвари – это Jewish community. Да, а также считается, что марвари – люди, которые живут в Махараштре, они как бы очень похожи на еврейскую комнату. Это был наш Рубавичский ребе.
те наши духовни лидери, если заметили, Бог Латинка тоже приходит. Это не гуру, это сами наши, как называется, это наши инструкторы, главные инструкторы. Это называется гуру, наставник, спиритчерный. Он сказал, что наша миссия, наша задача в этом мире, это делать мир немножко более комфортно, чтобы тут люди могли жить. Our aim is to make this world more comfortable to live, a little bit more comfortable. Это не что соблюдать обязательно, и тоже у нас тут. It's not necessary to restrict. Just love freedom. You may just свободу. Try to free his people. Моисей пытался освободить людей от внутренних и внешних ограничений. Поэтому это создало и привело этот мир к мистику. Got a voice direct from God. Моисей получил напрямую общение с Богом. Написано, в Тора единственный пророк, были много пророков в истории, и евреи, и не евреи, но в Тора написано единственный, в Тора, единственный пророк, что Бог с ним говорил лицо к лицу, это был Моисей. Все остальные Бог скрывался и с ним говорил. Как написано? Да? They believe in Torah. When he was on the mountain. Да. He was a hider. Когда он находился. Да, если человек лишний раз поможет соседа, улыбаться, да, гуманитарно. He says that if for mine some help to other a little bit more, this is much better. Парамартха. Некий высший смысл жизни. Есть смысл, который мы себе, для того, чтобы понять, есть высший смысл для других. Есть такая история в Талмуде, известная музыка. Да, так есть там известная история, что пришел человек Равин и говорит ему, какую основу, скажи мне в одна фраза, основа еврейской веросфарадии, так это Равин бросал его, что думаешь, что он просто хочет избиваться. So Равин doesn't like him. Он пришел в другой Равин. He said he wanted to laugh at him. So this man came to other Равин. Тот Равин ему сказал, что написано в том, что надо любить и уважать чужой человек, как сам себя уважаешь. А все остальные заповеди это только комментарии, как прийти к этой задаче. Потому что Бабаджи говорит, что сердце глубже, чем все любые священные писания. God is everywhere. Господь есть везде. He's not far away. Он очень недалеко, он совсем близко. Cultures are different. Просто разница в культуре. Проблема в том, что разница. God is heart. Культура живет в уме. В сердце мы всегда вместе с Богом. Наша культура нас делит. Есть такая притча, что пришел папа, спросил его ребенок, маленький, еврейский ребенок, ты получишь доллар, скажи мне, а где Бог находится? У мальчика спросил. У свой ребенок маленький. Получишь доллар, скажи, а где Бог находится? Он ему сказал, я тебе, папа, дам два, скажи, а где Бога нет? There is no God. Everybody is a part of God. Да, и как раз это наша работа, так написано в Торе, это не где-то найти в Га, это найти у себя. Это как раз на... Oh, sorry. This is our job to find that God, not somewhere else, but inside of us, in our hearts. Of everybody. Our in mind is far away. Наш ум очень далеко от Господа. Mind is far away. Нам на самом деле очень близко. Mind is far away. Это ум тот, который делит нас. На всякие различные формы. Если человек живет сердцем, внутри сердца, то он всегда живет с Господом. Каждый связан только с одним. Веданта, сарвакалмидам брахмена насики. Веданте, самая базовая философия религии и инду, где написано, что есть только Господь, все остальное не существует. Господь один и везде. Что остальное не существует. Это говорит, что мира же разная культура, и даже в этой же красота. Я сейчас говорю только, вот условно, наружная одежда. Если бы тут сидел еще, как называется, с такой одеждой, это уже было не так интересно. Если тут сидел раввин с черной одеждой, тоже неинтересно. Вся эта гармония, что мы разные взгляды на жизнь, разные культуры, и все вместе дружим, и сидим вместе, приходим друг к другу. In the garden, many flowers are the different. This is the garden of the gods. Это есть божественный сад. If you enjoy what is. Мы должны наслаждаться этим садом таким, каким он есть.
He kept his vardari, and it's special, this topi. And everyone anyway respect him. He wears a police uniform, but he inside he is still in his dharma. Yes, London. Sikh people are very traditions, very strong. Sikh люди это религия сикхов. А сикхов, да? Да, они очень традиционные, они как раз и славятся тем, что им нужно религию сохранять любым способом. Нет, я думаю, что когда что человек, любой человек видит, что его друг, партнер, рабочий уважает и соблюдает свою традицию, он если роман человек, он понимает, что с ним можно иметь дело, он никогда с ним будет продать, он поладит, он просит человека. Then everyone can understand that this man can be trustful. He will never cheat you because he is very strong in here. We believe, because we believe Sikh people. The people in India will die for the country. Because they are very sad for the religion. And they are ready for self-atrichment. We can change for the people. Ведантный философ, тот философ, который ППЖ следует, он может изменяться. Внешних. Но сикхи не платят, они очень много внимания уделяют. Вас да су. Индийский президент васинг е су ин да темпл оф сикх. Ага. И даже они не пускают президента с Индии внутрь храма, если он не помыл свои ноги или у него что-то неправильно там. А там какой процент они? How many percentage of people in India? Sikh people? They're not much, only one state. Bombay is Marathi. Mumbai is Marathi culture. So, are you worshiping together with Sikhi? Marathi and Mumbai and the Sikh people together? They no. They are friends? Not too much. Sikh, Marathi people are not friendly to anybody. Sorry? Marathi people not friendly to anybody. Marathi people, Mumbai people, they don't too much, they are не очень дружественны вообще ко всем. Too much they are feeling Marathi. They want to throw anybody out. Они чувствуют себя Marathi. У них очень старые традиции, очень старые. Yes, people not good. 10 лет назад было хуже, сейчас лучше. Сейчас улучшается. They become terrorists, separate from that. Да, там просто еще так же на волне сектизма некоторые террористические движения возникли. Да. Я знаю, что в Израиле очень много израильтян начинали большой бизнес в Индии в последние годы. И они говорят, что есть плюс и есть минус. Плюс, что индейский можно с ним иметь дело. Слово это слово. Да. Но есть минус, они чувствуют так же, как евреи. Не дают прибыль. Не дают прибыль. They say that many Israeli people start to make some people profit giving to other people. Вот тебя туда. Там же если будет. Но много я не знаю из Вартани, покупают бриллианты там. If they do good, they will remain, they don't do good, they will remain. Вместе, если будем работать, мы будем провести намного более эффективность. And if we can work together for this better mental life, then maybe this life... Better mental world, will be better, yes. Бабаджи, улучшение мира, улучшение жизни, умение выбирания всех этих борьб и межнациональных, и между там разных розней, это обязательно. Как изменить умы президентов больших стран, Америка, Россия, всех стран, людей, начали думать хорошо для мира, не для себя, не только для своей страны, не только для своей собственной войны. А значит, думаю, для всей России, для всего мира, и тогда не будет необходимость в этом атомных ядерных вооружениях, чтобы, когда человек начинает быть открытым ко всем, нет смысла уже накапливать никакие вооружения, нет. Автоматически изменится, прекратится это разрушение природы, которое уже приносит серьезные экологические проблемы. И если изменить сознание, то начнет автоматически само улучшение. Бабаджи прожил очень много времени в Гималаях и посетил очень много стран за последнее время. Есть какое-то движение к лучшим? Do you see something, some betterment, some going, it becomes better or it becomes worse? No worse. Улучшается, не ухудшается. Хорошо. Это good news. И Бабаджи не любит распространять негативные мысли, негативные настроения.
позитивно. Потому что немало их есть многих святых, которые думают только всегда позитивно, живут позитивно, думают хорошо, хотят хорошо, имеется в виду позитивно. И Бабаджи хочет, чтобы весь мир был таким. В Гималаях очень много великих священных душ, святых. We can contact them all, they can contact. Там также может общаться с ними. It's not far. When we come present it. Потому что Бабаджи знает науку Самадхи, когда вы становитесь настоящим, здесь и сейчас, пропадает прошлое и будущее. Когда вы в таком состоянии, то вы можете поговорить с Моисеем, вы можете общаться с Иисусом Христом, вы можете сказать с судой или с кем угодно. И эти люди, великие люди прошлого, никогда не думали о том, что страдания надо поддерживать, они всегда старались счастье и покой. Но очень многие неправильно понимают их учение и делают из религии всякие глупые выводы, и начинается борьба и война. Возникает разница между религией, на этой почве возникают какие-то войны. Это неправильное понимание. Но Бабаджи считает, что хорошее время собирается. God gives them. Yes. God gives. We are in the hand. May God give us this. In Bhagavad Gita, конечно, мы он может это дать, и когда our heart is God. If you are in the heart, есть Господь. Если вы станете сердцем, то вы сможете понять, что все, что есть, все. Проблема в том, что мы ушли от сердца и стали умом, очень неумным, образованным умом. Ученым умом, который не познает Бога, не открывает сердце открыться. И именно ухудшается ситуация тем, что современное образование, современные науки, современное общество, они совершенно не работают на открытии сердца, а наоборот усиливают всеми способами. А уму нужна только сила, уму нужно доминировать на другие, и он за него будет бороться. Спасибо большое. Давай, может, будем тогда помолиться. Спасибо большое. Thank you very much. God bless you. Thank you very much. Thank you. Спасибо.